Вольтрек третель, Вольтрек флюгель, Вольтрек коллекционный, Вольтрек четвертый, Вольтрек пятый. Вот бы мне еще сейчас одного красавчика, Вольтрека шестого. Да, вот это шикарный Бейблейд. Как же мне его купить? Эх, уже все есть куколки. Только одной не хватает, с волосами красавицы. А ну где тут моя копилочка? Так, где мой тут кошелечек? Главное, чтоб на Бейблейд хватило. Чуть-чуть не хватает. Ладно, пойду у мамы просить. Что же делать? Надо к маме пойти. Эй, Тим, что ты за мной повторяешь? Вот я маме скажу. Ну вот, опять. Это ты опять. Мама. Мама. Дразница. Ты дразнилка. А ты муха-повторюха. Это я муха, а ты паук-хрюк. Я? А ты? Стоп. А ну расскажите мне, пожалуйста, с чего же все началось? Я играл в Бейблейд. А я играла в Лол. Ну вот видите, уже никто никого не дразнит. Продолжайте, я вас слушаю. Мне не хватает в коллекцию Вольтрека V6. А мне не хватает в коллекцию Лол с волосами. Купи, пожалуйста. Дети, я очень сожалею, но Вольтрек шестой и куколка Лол с волосами на данный момент, ну, очень дорого стоят. Поэтому мы можем купить только одно. Ну, конечно, Лол. Конечно, Вольтрека. Что за разговоры? Лол, бей, Лол, бей, Лол, бей. Так, стоп. Знаете что? Я подумала и решила. Я куплю игрушку только тому, кто будет уступать другому и помогать другому. Ну а пока для вас самые обычные задания. Поубирать в комнате, собрать игрушки и вытереть пыль. Да ради Вольтрека шестого я готов на все. Да я уже лечу убирать в комнате. Помогать тебе буду.
рек шестой не нужен, а мне нужен. Странный. Так, что тут у нас по урокам? А ну показывай, что тебе задавали. Ну ты, Тима, даешь. Вот это и вот это. И еще английский. Давай, иди отсюда. Я сейчас сам все сделаю. Я тогда за тряпкой буду пыль вытирать. Молодец! Ну а что именно ты сделал? Я у Маши в комнате убрал, повытирал пыль, сделал уроки и в лол поиграл. Это очень хорошо, что ты помог Маше, но понимаешь, Тима, у тебя же были и свои обязанности. Ты должен был сделать уроки, поубирать в комнате, вытереть пыль, все так же самое, как ты сделал у Маши. А ты это сделал? Нет, вот так вот теперь и без Бейблейда остался. Скорей, скорей! Где мой вольтрек шестой? Стоп, не понял. Где вольтрек? Где? Где он? Кто его взял? Да еще и без спроса. Так, стоп. Тима, давай рассуждать. Он может быть в ящике со всеми бейблейдами. Хотя чего он здесь будет, если я его еще не распаковывал? Интересно, почему он будет под столом? А, может, мама его забрала там, где лежат конкурсные бейблейды? Меня за дурачка держишь?
я не знаю, как эти все детали называются. Ага, попалась! А, что? Я ничего. А ну, признавайся, почему ты его взяла без спроса? Мне просто мальчик в классе нравится, Ванечка. И он попросил показать оригинальные детали, чтобы случайно не купить подделку. Ах, ладно, Маша, сделаем обзор на Вольтрека 6-го. Потом покажешь своему Ванечке. Ну что, Маша, приготовилась? Вот он, слэш Валькирия. И он, кстати, опять изменился. Да Вольтрек прямо рекордсмен по количеству перевоплощений. Это да, за 4 сезона существует аж 24 модификации Вольтрека с учетом редизайна. Но в этот раз он кардинально изменился. Смотри, энергетический диск, силовой диск и драйвер. Секрет нового поколения Бейблейдов в их энергетическом диске. Он стал трехслойным. Хм, какой же это трехслойный? Видишь, одна крышка. Маша, сейчас увидишь. Его можно разобрать на три части. Открываем белые защелки и нажимаем на черные стенки. И получается три слоя. Изображен аватар Вольтрека, бронированный рыцарь. И называется эта часть Гатинка Чип. Средняя часть Layer Weight, то есть вес слоя, и он выполнен из металла с утяжелителями. Это основа слоя, и здесь расположены атакующие крылья Вольтрека. В этом силовом диске рамка не снимается, как у Вольтрека V5. А еще есть подвижные детали. В бою эти крылья раздвигаются, и они наносят дополнительный урон сопернику. У драйвера ребристый наконечник и при этом пружинит. Вот как изменился Вольтрек 6 по сравнению с Вольтреком 5. Зачем это надо учить? Тима, смотри, будут проблемы. Маша, да какие проблемы? Если я буду читать этот набор слов, то у меня точно с головой проблемы будут. Дети, что обсуждаете? Может, мне интересно будет? Расскажите, какая тема? Тима не хочет учить уроки. Но если бы там было что учить, какие-то пословицы, какие-то поговорки, это просто набор слов. Тим, ну ты же знаешь поговорку. Сделал дело, гуляй смело. Нет, не знаю. Но я и так могу гулять смело, без поговорок. Ох, Тима. Это ж Тима. Уроки, уроки, уроки. Нет, чтобы турнир по Бейблейду дома устроить.
чемпионат по Бейблейду. Маша, у меня идея. Ну что, проучим нашего умника-разумника? Ну что же, начинаем наш семейный чемпионат. Тима, попытка не пытка. Да-да, сядем рядком, потолкуем лотком. Все-таки вообще ничего не понял. Давайте приступать к чемпионату. Сначала мы сражаем 3 Бейблейда одновременно. А кто займет первое и второе место, тот будет соревноваться на победителя. Раунд первый. 3, 2, 1, вперед! Ого, смотри! Тимон взорвался и Машин остановился. Я пока веду. Ну что, Тима, пока есть такой счет. У меня 2, у Маши 1 и у тебя 0. Сейчас будет второй раунд. Смотри, не упади лицом в грязь. Лицом в грязь? Какая мерзкая погода! Да еще и зонтик не взял. Даже еще в грязь упал. Фу! Мама, что ты такое говоришь? Давай уже второй раунд. Раунд второй. 3, 2, 1, вперед! Тоже сейчас окажется сильнее. Так, Машин разлетелся. И мой разлетелся. Итак, по итогам второго раунда я выиграл. У меня 6 очков. Почему это 6? Какие еще 6? Потому что я разбил 2 волчка, это считается как 4, а еще у меня там было куча очков, и получается 6 очков. Тима, подожди, не вешай нам лапшу на уши, какие 6 очков? У меня 2, у Маши 1, и у тебя тоже 2. Нет, у меня 6. Я говорю, не вешай лапшу на уши. Лапшу? Маша, что-то ты сегодня плохо выглядишь. Сейчас мы сделаем из тебя красавицу. Ну вот, другое дело. Вы меня запутали, какую лапшу я не хочу есть. Так, смотрите, теперь рассужу я. Я взорвалась первая, поэтому у меня остается 2 очка. Вторая взорвалась Маша, значит, ей как бы 1 очко, потому что она до второго места дошла, да? И Тима взорвал наши все бейблейды, значит, ему сразу 2 очка. Поэтому сейчас у нас по 2, и этот раунд будет решающим. Раунд третий. 3, 2, 1, вперед! Маша первая вылетела, и я разбилась. Тима выиграл! Ура! Маша, давай отодвигайся, я сяду на это место. А хотя нет, я лучше на это сяду. А хотя нет, лучше на это самое. Тима, ты определись, а то у тебя 7 пятниц на неделе. Чего? 7 пятниц? А ну-ка посмотрим, что у нас здесь с уроками. Не надо мне 7 пятниц, там 3 литературы. Давай дальше. Ну что ж, Тима, играем дальше? Да. Сейчас у нас сражаются Эйс Драгон и Бушин Ашура. Смотрим. 3, 2, 1, вперед! Давай, Эйс Драгон, покажи, на что ты способен. Хорошая атака только что была. Yes! Ничего, это только первый раунд. Я сейчас и тебя выиграю, и Машу 50 раз выиграю. Тима, не умничай, на нас где сядешь, там и слезешь. Они опять эти непонятные фразы говорят. Сел, встал, сел, встал, сел, встал. Тим, очнись, сейчас будет раунд второй. 3, 2, 1, вперед!
Давай, Эйс Драгон, покажи свою силу. Давай. Смотрите, это понятно. Это только один шаг. Смотрим. Yes! Нет! Проиграл, семейный чемпионат проиграл. Тима, ты сегодня проиграл, потому что ты какой-то рассеянный. Тебя можно сегодня за нос водить. А ну-ка идем сюда. А теперь идем туда. За нос? Ну как тебе пословицы и поговорки? А где моя литература? Ну что, мама, давай пить чарик. А ты учишь все уроки или пропускаешь некоторые, как Тима? Напиши мне в комментариях. Подписывайся на канал Тим Витыч и Маша. Пока-пока!